Делать? Да, уже можно. А как ты статичный будешь снимать? У тебя есть штатив? На это просто на землю? Ну да, вот так. Как один ракурс будет уёмочный. Скажите. Ну, я выключу ширик, скорее всего, да. Вот так вот сделаем, бац. Все. О, нихуя. Пожалуйста, блядь. Идите к мячику, отойдите. Саня, ты Саш! Залог, да, Саш, ты идиот, блядь! Ой, Саня, идиот? Да. Саня, давай! Погромче! Нормально, мне вот так, такой ракурс хороший. Там правда, если. Ну вот Вова вообще полный раз. Ну-ка, иди к Вове. Вот так уже все нормально. Вот так уже. Замечательно. Тут вообще даже до головы все видно. Мне кажется, больше и не надо ничего. Так. Мы с первого класса вместе. Мы начинали вместе. Буду стрелять вас в GTA 5 РП, попадут в меня. Могут стрелять во мне, а зацепит вас. Короче, больше ты и не надо, как будто бы. Ну, я бы просто вот лицо еще там снимал, типа. Я сейчас яблочко-то. Но я моментами могу подходить просто. Если такие... Смотри, ты говорил, что если динамично, то надо вот именно крестики, правильно? Ну, если... Смотри, просто когда будем снимать именно статично, то это будет вот тут вот. А когда динамика, я могу вот так вот, то есть вот здесь входить, какие-то сцены, можем здесь снимать, чтобы потом... да, хромак накладывали. Короче, идея... Мы сегодня снимаем с Арчибальдом. Лиза покрасилась. Снимаем с Арчибальдом здесь сценки, слово пацана 2, на хромаке. И потом сразу же я делаю конкурс. Кто лучше наложит футажи и приколы, сделает с этим хромакеем, с нашими сценками. За денежку, конечно, разумеется, вам заплачу за это. Как лучше? Меня, наверное, лучше Александр чем, ну, прям по кличке, потому что, ну, как бы забанит Twitch. Если что? Вот мне... лучше Александр Белов, а не как прям в сериале. Саша... Ну да, потому что... Саша Twitch... Белый? Да, блядь, ну ты же не будешь... Это же прозвище из фильма. Бригада. Ну вот такая команда сегодня. Ну, вот только... Данила Багров немножко не похож. Ну ладно, не, а хотя... По футболке. Скажешь, я. Отлично. Ну сейчас ждем, короче, главного персонажа сегодня, Арчибальда. Смотрите, ребят. Главное... Арчибальд первый? Арчибальд, так он сам, он основной наш. Конечно, он сейчас через 5 минут будет. Встретишь его? Ну, я не пойду в костюме, дай пожалуйста. Почему? Нет. Да. У нас жалко просто, пойми правильно. Встретите Арчибальда, я-то просто как режиссер. Да, если что, я вот режиссер делаю. Я... А? Не актер. Ну, бля, я бы... Ладно, я выйду. Просто там у меня интернет пропадет. Ладно, здесь ставлю. Давай. Если у актера будет встречать, это странно. Я режиссер сегодня всего этого. Так, Ребзи, только не проебитесь, смотрите. Из-за того, что... Нам надо вообще с самой первой серии, то есть как, ну, почему ты, он, у него персонаж тыгдык, он злой. Ты хороший, не ты, ты, блядь, Саша, ты хороший. Вот, он встречается с нашим главным Александр героем. Белов. Александром Беловым. Он с тобой встречается, сейчас ему какой-нибудь сценарий дадим, просто надо ебись. Саша, он ничего... Ты думал, на ходу, короче. Да он ничего не выучит, блядь, не выучил все равно бы. Александр выходит с Universal Pictures. Так, дай твой нос, пацан. Там есть козявка красная? Чего? Красная козявка. Уже козявка. Меня там, знаешь, вот козявка прилипает к носу и нихуя с ней не сделать, и болит. Самое смешное, то, что у нас, короче, Рама спрашивала, как выглядит Багров вообще. То есть, ну, он реально спрашивал, какая у него прическа, что, как одеться. Ну,
Ты реально был в этом костюме? Блять, он еще скукожился, очень смешно. На кадре. Ну, бля, у нас сегодня день памяти, блять. Саш, смотри, для ребят, которые будут делать потом на конкурс, еще раз напоминаю, дорогие друзья, мы сегодня снимаем сценки с Арчибальдом, все понятно, стрим весело, прикольно, сценки. Ваша главная задача, вы как панчлайн этого вечера, вам делаю конкурс на 20к рублей. А. Тотальное возбуждение. Ты что, реально дрочил? Короче, конкурс сделан на 20к рублей. Ваша задача, блядь, какой-то момент и сценку сделать, там, ну, мы с нашей сценкой, зафутажить, захромакеить, чтобы это было прикольно, чтобы это было смешно. Взрывы, там, Майкл Бэя добавлять, и что угодно, чтобы это было смешно. Минутки на 3, наверное, 4, что-нибудь такое где-нибудь. А может даже до 10 минут, а? Я дождусь, пока придет главный актер. Все, он приехал. Пойдешь встретишь его? Да, я не пойму. Я представляю, как он выглядит даже. Ты поймешь. Арчибальд. Как выглядит Арчибальд? Ну так. Как? Как Сигма? Ну так. Как я, только без денег. Он такой поломанный. Ну, он тебя испугается, ты поймешь. Испугается? Скорее всего. Так а как его с нашей с руку? За руку? Да. А он приехал? А, он уже здесь. А, так, ну, сейчас. Я вообще чувствую просто пизда, блядь. Ой, прости. Все, все, Вов, хватит. А, на входе, у главного входа. Это, все. Да. Если что, для агентства, да? Ну иди сходи с Лизой, иди сходи с Лизой. Я не пойду в Бэтмен. Да иди, блядь, в Бэтмен. Ты мне скажешь, ты долбоёб? Иди в Бэтмене, иди, вот он приехал, все. Так, актеры, соберитесь, пожалуйста. Так. Все, сейчас камеру уберу немножечко. Сейчас камеру поставлю как-нибудь под ракурс. Так, настраиваем пока все. Сейчас вот так вот. Сейчас я свет настраиваю. Ты не умеешь это все делать. Иди, блядь. Так. Арчибальд приехал? Да, вот я пришла. Добрый день. Так, ну знакомьтесь, Александр, выходец. Выходец Universal Pictures. Все, здорово. Так. Елизавета, наш менеджер-гример. Левушка. Арчибальд. Паша. Александр Белов. Очень приятно. Сегодня вот так, таким составом будем пробовать снимать первую серию первого сезона. Я буду вас режиссировать. Оплата, собственно, вам сообщили, да, вроде как? Нет. По оплате? Нет. 2500 за час мы вам платим. Вот, все. Ну, куртку можете переодевать. А где? Слушайте, если честно, да вот можно, на стулья можно, да. Все наши, поэтому тут никто ничего не украдет. Камера, не переживайте. Так, давайте для входа тогда. Данил, а в кадре мне сейчас нужен только лишь Александр, Саша. А вот это свэк? А? Вот это. Профессиональный съем? Что свэк? Да. Илья. Все, здорово. Так, по времени сколько съемки дают? По времени, я думаю, ну часа полтора. У меня просто в 11:30 еще одни съемки, поэтому... Да, у меня тоже так-то сериал «Воронины» слышали. Я понимаю, да, но мы сейчас постараемся все быстро. Я с вашим мнением говорил. Конечно. Я думаю, мы успеем. Куда без меня? Я думаю, все успеем. Так, с чего начнем? Ну, давайте. Познакомились, первая сцена. Говори, что делать, Жора. Жора подъедет только через часа полтора. Ну, давайте прогоним пока. Лиза, принеси мне вот ту камеру, вот эту вот. Ага, со светом сразу. Поставим ее, ага, давай я сам перед планом держу. Нет, просто, ты да? Отчет по камере проведите, а то на будущее будете. Что за камера, какой марки? Так, Арчибальд у нас главный сам. Вокруг него все пляшем и скачем. Первая роль он главный? А? Он
Первый раз снимается главный. Арчибальд уже снимался в кино или в театре? Когда? А, в театре, да, было? Да, вы говорили, что вы снимались. Ну, у меня анкета такая большая. Да. А что за театр? Ну, это любительские театры были, пришлите. Вот театр. Что такое театр? Любительские театры. Очень здорово. Первая сцена у нас. Ваш антагонист встречается с протагонистом Александром. Вы, ну и начинается диалог. То есть мы сейчас диалог попробуем снять. Ну так, дублями просто потом посмотрим, что на монтаже получится. Если утвердят, то замечательно. Только вам переодеться надо в костюм. Ну а мы будем сразу. Сейчас я вас слабую. Простите. Ты как будто знаешь, кого ты видишь. Знаком с ним. Боже. На первом сезоне «Медийной примерки». Ведете себя реально отвратительно, как кологривый. Профессионал вообще. Да, конечно. Роман? Что за непрофессионализм? Что? Одет? Да. Нет, я. Так, все, переодевайтесь. О, до ре ми фа со ре. Отвратительное поведение на площадке. Ну, готовы? Ну, мы-то готовы. Я хочу тебя напомнить, что ты не на детской площадке, а на профессиональной. Вы где нашли их? На Авито, я не понимаю. Александр Пилов не слышал, да? Это из сериала тоже человек. Ну, я сколько площадок повидал, ни разу нигде его не видел. А вы где снимались, прошу прощения? Закрытая школа. А, вы в закрытой школе снимались? Однажды в Голливуде. Да, а я, кстати, тоже был в закрытой школе. Гномик. Вы меня не помните? Это я, гномик из закрытой школы. А вы с кем работали? Меня боялись все дети. Вы с кем работали тогда, в те времена? С Глебом Александровичем, который... Щекотун который? Щекотун. Уволили. Пьянь. Ну да, вот, когда начался организовываться СТС Лав, вот это все, конечно, его сразу уволили, потому что ну, нельзя было двигаться вот так вот. Это был не двигатель процесса, это был просто стоп. На джунгле 3D. Нагадил прям в гримерке. Ну, Щекотун, ну он такой, у него кликух, знаете, какая была? Щекотка. А его любимая фраза? Нюхай мою задницу, пока я пукаю. Это вообще, это легендарная фраза его, но он какой-то немного... Он вместо сыра этого говорил, то есть когда все фотографировались, это жесть. Так, попробуем записать. Все, отлично. Так, а можете повернуться, я для отчета делаю, вот так, ага, на 360, супер. А шляпа там, еще шляпу забыли. Да, я помню. А в каком пакете? Тут их много, куча пакетов. А, Лиза! Да, да. А в каком пакете ты ее видела? Я просто отчетливо точно помню. А, да. Все, это шляпа Арчибальду. Отлично. Отлично, супер. Все, и проходим на съемочную площадку. Пробуем. Сеттинг какой? Фабула какая? Ну, фундамент, так сказать, произведение какой у нас? Триллер. Триллер. Я дочитал, но просто немножко пока не понимаю. Так, здорово. Ну что, попробуем поснимать. Так, сейчас я поставлю, да, централизуем. Все-таки переодеть обувь. Понял. Да ничего страшного, швабркой пройдемся просто. Просто трещины еще. Вы вообще много фильмов знаете? Извините меня, пожалуйста. Я этим занимаюсь всю свою жизнь. Не надо меня упрекать ни в чем. Вы просто играйте свою... Выполните свою задачу, пожалуйста, поставленную вами. Все. А сколько вам заплатили? Я не распространяюсь в своих финансах. Мне заплатили 27 тысяч. Ну, сочувствую. Ваш менеджер сказал, что вы держите себя в руках. Я себя держу в руках пока. А все, что вы держали сегодня в руках, это бутылку пива, я видел. Да, просто действительно пахнет перегорящим. Вот, собственно, сейчас. Я уже полтора года не употреблял алкоголь. Так, слово пацана. Верхнее самое главное. Что написано? Каша. Кайсинат. Два домика. Кайсинат подпишись. Да? Подпишись?
Так, отлично. Фотографируемся, давайте все, вся трупа встаем. Давайте на фоне слово пацана, два автора ждем. Александр, пройдите, пожалуйста, вот. Я для отчета сделаю слово пацана, второй сезон. Вот такой стартовый состав. Пожалуйста, в кадр, можно? Смотрите. Все, без улыбок. Вот такой вот у нас. Так, сейчас я поставлю еще камеру, чтобы я с вами там поместился где-то, извините, тоже мне надо. Все, Георгий, начинаем работать. Я думаю, нам буквально час десять снять серию. Вот, попробуем некоторые сцены из нее исполнить. Вот такая команда сегодня. Это моя третья работа. Надеюсь, что все получится. Актеры хорошие, подобранные нашими скаутами. Давайте. Так, ну что, начнем с того, что приходит Арчибальд, то есть в образе Тыгдык уже сидит, ждет на стуле в баре, в бар-ресторан. К нему приходит Александр Белов и начинает расспрашивать про поставки. Какие поставки? Ты помнишь по сценарию, Александр? Я помню, у меня вопрос к роли Тыгдык. Угу. Вы книгу хотя бы читали? Какую книгу? Может, слово пацана. Я не книгу читал, я сериал смотрел. Это лучше. Лучше посмотреть, чем читать. Он же актер. Ну а вы знаете, кто такой Тыгдык там по роли? Нет. Я так понимаю, бар будет. Это второй сезон, потому что. Он еще не вышел, мы его, собственно, там и пытались. Там ссылка была в последней части к нему. Давайте, Елизавета, давайте не будем сейчас со мной спорить. Я так понимаю, вот... Тыгдык? А? Нет, это Александр Белов. Кто сидит в баре? Тыгдык, Арчибальд. Он сидит в баре. Только лицом, куда? Лицом к кадру. Так, слушай, давай-ка я буду сам кадр ставить. Иди, пожалуйста, не мешай мне. Ты сегодня очень мне мешаешь, честно. Так. Вот так вот. И надо второй стул. Вот лучше бы помог мне второй стул принести. Отлично. Это какой? Это не барный стул. Да ничего страшного. Как будто он за барной стойкой, да, а он за столом. То есть они вот так стоят. Тут мы нарисуем на хромакее стол. Вот здесь стол нарисуем. Вот. Вы вот так сидите друг другу. Вот так вот. Потом на хромакее мы все поправим. Это нам просто надо шаблон сделать. Шаблон, понимаешь? Вот. Шаблон. Так, это стол, да, стол, замечательно, отлично, отлично. Так, все, присаживайтесь, Арчибальд, смотрите, ваша задача сейчас по большему счету и симпровизировать, пока я не дам команду стоп. Вот такой ракурс должен быть? Нет, мы поправим его потом, вас повыше сделаем, то есть вы сидите вот так, да. Ну, поправим. Можем на куб стул поставить? Нет, в этом-то и суть. То есть в кубе, на кубе... Тык-тык-тык. Сейчас же. Жора, как делаем-то? Ладно, есть, смотрите. Так идеально. Так, все, я централизую. И сейчас расскажу, какая задача. Саша помнит свою задачу, да? Ты приходишь, то есть ты уже сидит, ты к нему приходишь. И тут главная импровизация. У тебя задача узнать с него информацию, куда делись поставки того-то. Понимаешь, о чем я? Ну, того. Да, поставки. Не доставки, а поставки. Хорошо? Так. Все. А Арчибальд, импровизация, пока есть Рустов. То есть выясняете, ну, кто он такой, знакомитесь с ним. То есть вы как в реальной жизни первый раз его видите, и вообще кто ты такой, почему ты, вы глава новой банды. Мне можно и на ты. А, хорошо, хорошо. Арчибальд, ты прям вообще, то есть вживаешься в роль, ты глава новой банды, второй сезон начинается с того, что ты глава новой банды. То есть это расформировалось Казань, ты новый, то есть ты главный самый вообще всей Казани. Тебе приходит какой-то чел, непонятный хер с уложенными волосами, и давай тебя что-то спрашивают. Ты все, ты босс, ты крутой. Ну разговаривай немножко загадочно. Смотрел Бэтмен? Где Джокер? Джокера, знаешь? Да. Вот как Джокер, можешь пример, то есть такой, вот такого, типа, знаешь, загадочный образ такой немножко. Так, Владислав, а вы можете подвинуть, пожалуйста, вот белый стол сюда? Зеленый стул, точнее. Стол мы сделаем просто на хромакее. Mm-hmm. А это установим вот так, чтобы все понравилось. Ага. А, ну в принципе, да. Можно вот сейчас ракурс так поставлю. Ага. Все, идеально. Ну что, попробуем. Если что, я где-то подкорректирую, не переживайте. У нас час 20 есть, поэтому дубля запишем. Так, камера, мотор, начали.
Привет. Стоп. Ну что? Ну что, будем... Нет, никаких улыбок. Все, соберитесь. Ребят, ну я не раз не понимаю, мы куда пришли сейчас? Че, мы время тратить пришли? Давайте заново, все заново. Встаем заново, конечно, Александр, ну что мы же? Я не понял свою роль. Я думаю, я Джокер. Вы не... Нет. Вы пришли? Вы пришли просто вкинуть информацию. Вы вообще кто? Ну вы хотите стать кем-то, Баннером. Ну вы пришли и видите из себя. Понял. Какого-то значимого. А Арчибальд сейчас вас прощупает. Так, камера, мотор, начали. Ну, привет. Привет. Маэстро, такого парня завалили. Что поделать, нужно было это сделать. Сволочь. Стоп! Убили. Громче есть выражение. Да, погромче немножечко. Маэстро, такого парня завалили. Это ты ему погнул парашют. Не могу сказать ничего по данному вопросу. Мне нечего сказать. Тебе просто стакан водки налили, вот ты и забил на нашего пацана. Я водку не употребляю вообще в принципе. Громче, увереннее. Да все знают, что ты чернухой пользуешься. Какой чернухой? Ты что сейчас здесь из себя строишь? Петра Первого, что ли? Я не Петр Первый, я просто самый главный. Это до поры до времени, пока твой бизнес болтается. Где он болтается? Продолжаем. Да. Ты кто? Где болтается? Я главный. Ты главный? Ты... Босс, патрон, как хочешь назови. Пёс, патрон. Кто тебе научил такие дерзкие речи говорить? Я тебя последний раз говорю. Больше на наш асфальт не шагай. Хватит. Кто ты такой, чтобы мне это, все это говорить? Так, стоп, хорошо, отлично. Теперь сидим с этого же положения. Немножко, ну, диалог начальный есть, это отлично нам. Извините, для... а я не видел такого сценария, это была сейчас отыгровка? Мы сейчас пробуем дубли по сценарию первой серии. Импровизация? Про пса патрона. У нас есть контекст первой серии, и мы отыгрываем импровизацию, чтобы просто посмотреть, как люди в кадре смотрятся. Да, то есть на скайсе еще месяц будет идти. Вопрос, как ее руку мне закрывать? Нет, отлично, это замечательно, вы же главарь банды, то есть все нормально, это круто, что значит, кстати? Live your life. А. Отсылка к Бумфангам Сис. Точно, это MMORPG, да? Нет, Бумфангам Сис это группа такая в начале нулевых была. Понял, кстати, это крутая группа, ты, видимо, очень молод, раз не знаешь. Смотрите, дальше. Все, начало есть, сетап, зарождение общения, то есть вы только узнаете друг друга, отлично. Дальше нам нужно немножечко кульминации добавить. Ты начинаешь его прямо... Прошу прощения, коллеги. А? Прошу прощения, коллеги. Что случилось? Все нормально, продолжайте. Дальше начинаем немножко утрировать диалог уже в таком негативном ключе. То есть, Арчибальд, ты видишь в нем что-то подозрительное такое. Угрозу. Слушай, да, ты как будто бы здесь первый раз в жизни. Я тебя тут вижу, я до этого тебя не видел. За тебя кто-то знает, за тебя кто-то что-то сказать может. Понятно, встал и вышел. То есть, вот так вот в таком ключе, минутку буквально. Меня выгоняют. Тебя пытаются выгнать, и дальше заходит Данил Багров. Сейчас Данила Багров еще немножко занят. Ты можешь... Мы твое лицо возьмем крупным планом. Ты можешь сломать четвертую стену. Можешь, когда начнет от тебя... ты можешь монотонно на него давить? То есть быстро говорить. То есть я тебя здесь раньше не видел. Почему ты каждый раз сюда приходишь? Тебя говорят какие-то плохие слухи. То есть вот монотонно какие-то гадости. Ну, только, ну, понятно, без оскорблений. Ты вообще никто, про тебя никто ничего сказать не может. То есть, и в этот момент, когда начинает расщипать на себя давить, ты просто лицо в кадр, мы включаем музыку, приближаем твое лицо, и ты эмоциями делаешь, типа видишь, что тебя напрягает там максимально. Да, злись там отлично. То есть у меня такое альтер-эго будет Дэдпула, да? Да, ты ломаешь четвертую стену и вот, в общем-то, так как-то. Так, вроде хорошо, да, пока только Александр? По крайней мере, точно все всем понравится, я считаю. Так, вы готовы слушать? Да. Смотрите, Данила, когда я включу музыку, когда вам заходить, вы заходите, да я его знаю, я за него скажу, и вот в таком ключе, то есть ты доказываешь Арчибальду, что
он вообще, то есть нормально, здравый тип. А потом Арчибальд, ты слушай его монолог и говори, а ты-то кто вообще? То есть ты его тоже не знаешь. Угу. Раз, два, три, начали. Я сейчас яблочко-то доклюю, да курочек-то потопчу. А кто ты вообще такой? Я Александр Белов. И что? Да бандит я. Какой бандит? Чем ты прославился? Бригада. Бригада чего? Череп, сможете прифотошопить, пожалуйста, смайлик вот этот из ТикТока? Все, спасибо большое. Так вот, бригада чего? Саша Белый, ты, наверное, не слышал. Моя команда, она делает ужас вообще. Мы занимаемся вот бизнес-делами. И там по поставке... Какими бизнес-делами? Мы в Афган посылали оружие. Значит, GTA Петербург, и нам дальше там сладости оттуда присылали. Вот так вот бизнес и крутился. И какое так... оружие? Какие сладости? О чем ты вообще говоришь? Ну, мы с ними с первого класса этим занимаемся. Чем именно занимаетесь? С первого класса мы занимаемся тем, что зарабатываем деньги. И попадут в них, будут стрелять в меня. В GTA Петербург. И что из этого следует? Из всего этого? Того, что ты наговорил здесь? То, что главным должен быть я. Кто это сказал? Пацаны так сказали. Какие пацаны? Отшиваю. Послушай себя, ты говно. Громче, увереннее. Переснимаем, что? Переснимаем, блин, ты пиздец. Александр, что ты, блин, влезаешь? Громче, увереннее. Так, сейчас встанешь и уйдешь. Хорошо, врач. Кто? Раз, два, три. Послушай сюда, ты говно. И в камеру смотри, и в камеру круто. Да, я за него. А чё, что? Ты кто такой? Я друг Саши Белого. Что? Что? Это Ильин Бодров, мой кореш. Сногсшибательно, мисс Кузьми. Так, пауза. Все, можете немножко отдышаться, нажмите паузу, пожалуйста. Можете отдышаться немножечко, круто, круто, отлично. Так, ну что, Жор, как тебе? Отлично. Жора связь вообще, он смотрит? Жора? Да. Все нормально. Все отлично. Да что ты делаешь? Так, еще раз, ты мне будешь мешать, честно, пойдешь вон с площадки. Честно, идти на твою роль вообще не такой не проблема. Я? Ты, клоун. Актерский состав Юрия Боярышника. Слыхал? Алкоголики, наркоманы. Так, все. С ним никто не работает. Успокоились. Присядь, отдохни. Дальше. У нас сцена побега. Сцена побега. Сцену мы как заканчивать будем? Я же говорю, мы просто делаем сначала зарисовки сцен, понимаешь? То есть у нас есть сетап, начало серии. Сейчас мы берем середину серии, потом концовку серии. Не надо, пожалуйста, влезать, пожалуйста, в режиссерский процесс. Я просто постановку кадров. Почему ему роль дали ТГДК, я этого не могу понять. Он книгу не читал, он не знает то, что сейчас его брат еще Арчибальда в GTA 5 RP. Арчибальда подобрали. Так, во-первых, мы не будем... Он не знает то, что он должен хотя бы по звездам бегать и прыгать от полицейского. И собирать монетки. Чипин-босс во второй книге ожил. Какой еще Чипин-босс? Вот зачем его наняли? Идиот вот этот. Я вспомнил. Вы понимаете, о чем я говорю? Конечно. Он валялся там. Так, был. Если ты в мастерской у Щекотуна был? Не Щекотуна, а у кого? У Бояра? А, подожди, ты у Щекотуна был? У Щекотуна был вот, Сашка. Он говорит, что у Боярышникова был. Вот, это меня Борис Менделеевич. Нас два Александра. Кто? Борис Менделеевич, Чехов. Подожди, только что, не надо меня... Кто-то из вас только что сказал, здесь стоял, говорит, что вы... Что кто-то из вас... Борис Менделеевич, Чехов. У вас, блядь... Блин, извините, уже французский начался. Давайте как-то посерьезнее относиться к процессу. Так, все. Так, видеоотчет. Ребята, давайте встанем еще раз к слову пацану. Надо будет перебивки делать просто.
Тебе сейчас актерский состав весь подснимем. Вот слово пацана 2 там видно, да? Так, все, хорошо. Так вот. Пожалуйста, весь актерский состав. Отчет для Георгия Крыжовникова. Все, встаем. Смотрим. Георгий. Георгий, первая часть сеттинга, сетап точнее, снят. Переходим к кульминации первой серии. Актерский состав по-прежнему тот. Мне все нравится. Беру на себя ответственность. Антагонист Тыгыдык проявляет себя очень харизматично и эмоционально, что меня радует. Вот. Готовы? Все, поехали. Так. Поехали. Дальше. Сцена с побегом. Subway Soap. Примерно. Примерно. Смотрите. Смотрите. История такая. Вы сейчас садитесь обратно здесь, сюда, после как вы сидели, и ты говоришь своему подчиненному, вот ему, Даниле, ты говоришь, Данила, взять его. Подчиненному вообще-то брать. Еще раз, ты слушай, ты, блядь, куда пришел сниматься, а? Сценарий по-другому. Ты не Джонни Кейдж нахер. Все. Так, и... Или пошел вон отсюда, не будете роли никакой нахер. Стоина, ты со мной так не разговариваешь. Что ты мне мозгу ебешь? Сценарий был написан по-другому. Сценарий, блядь, хуярий, блядь, да мне похуй, ёпта, мы сюда пришли, блядь, что делать? Разговаривать будешь с моим так, правда? Так, с менеджером сейчас что-нибудь поговорю в туалете, блядь, тут ты какаешь, блядь. Ты будешь разъять своим пенисом, понял? Но так, все, я помню, встали. Пошел вон. Начнут работать. No ruffle. Не видел раз такого? Видел. Не видел? Видел. В третьей студии. Я сейчас включу звук, там вся коллегия смотрит, нахуй. Если от... Так, все, поднимаемся. Идем. Так. Да что мне ему сказать? Смотри. Так, ты... Твою мать, а? Так, Александр Белов. Прошу прощения. Решай. Да, насколько помню, по сцене тык-дык ворует снич. Так ведь? И мы за ним бежим. Сквидича. А, понял. Вспомнил. Да. Знаю. Нет. У нас же погоня за Firepol. Я сейчас объясню. Смотрите. Присядь. Сразу смоделируй. Присядь. Тыгыдык сейчас говорит. Я тебе не верю. Данила, взять его. И Данила тут начинает слоумо. Очень медленно пытаться ухватить. То есть там будет эффект приближения на съемке. Mm-hmm. Ты должен рукой про максимально, чтобы в кадре она была 16:9 ракурс. Ты его максимально медленно хватаешь, в это время его, твою мать, а? Вы что, пошел вон. Да, ты его подружку. Мы только что ему вот говорили, что мы братья, руки жали. Ты обманул его. Ты сюжет читал уже сценарий? Вы что там? Илья, я выключу микрофон, пожалуй. Там выключу пока. Пока не надо послушать ничего. Слушайте, вы серьезно? Я понял. Все, нет, я пока живу. Буду орать. Набрали, блядь, дебилов с вокзала. Давайте уже работать, хватит орать. Так, не на роль какой-то? Домой. Честно. Я сам стюкаться не буду, я не ваша мама. Я сейчас через менеджера с другой режиссера найду. Давай, иди в Макдональдс вообще на кассе стой. Идиоты кусок. Прошу прощения, Илья, прошу прощения, Илья. У нас нету Макдональдса, у нас теперь вкусная и точка. Эксперт, да? Уже устраиваешься. Так, еще раз. Ты ему говоришь, что... Я тебе не верю. Я тебе не верю. Данила, взять его. А я? А ты, смотри, когда он начинает... Тут начинается музыка, вот эта вот, и мне нужна вот та вот. Он начинает... Фу, в кадр пошел, тут динамическая съемка началась. Он начинает тебя медленно хватать, ты в это время такой... Ты понял? Вещи переставляешь, то есть вот ходишь вот здесь по хромакею, то есть очень... И делаешь вид, что это... Ну, то есть ты бежишь. Можешь пешком ходить, делать вид, что ты бежишь. Понял? И быстро вещи представляешь. Потом, когда я хлопаю в ладоши, ты встаешь и бежишь за ним. Начинается вид сверху, ты бежишь, собираешь товар. А я что делаю? А он с тобой бежит, то есть на месте вот так. Там на путь навстречу еще поезда ехать на вас иногда. И ты должен вот так вот от поездов, под музыку тоже определенную. Поняли? А я что делаю? Снимаешь штаны и... Включите. Что вам включить?
этот, мне нужен... Уже нету. Прошу прощения, коллеги. Угу. Все, готовы? Так, сюда, секундочку. Вот так в жизни было. Да ты, блядь, что ты делаешь-то, идиот, блядь? Ты-то что говоришь нахер? Сейчас Арчибальд говорит, ты просто и слушаешь, нахуй. Что ты в жизни бывает? Что там бывает в жизни, блядь? Я сейчас уйду, если вы продолжите так разговаривать. Сука, а? Арчибальд, пожалуйста. Я тебе не верю. Данила, взять его. Бля, что ты мне включил здесь, идиот, блядь? Я вам врубил, блядь, выбирайте там это музыку. Подходит. Я ебу, что ли, нахуй? Я да, вам нет, это подходит, диджей, это подходит, блядь. Это подходит, действительно это подходит. Так. Спроси. Нет, так, это ужасно. Басы, подходит, ладно, подходит. Хорошо. Еще раз, заново. Заново то же самое, пожалуйста. Да. Я тебе не верю. Данила, взять его. Ты быстро бежишь, слышал, ты быстро бежишь, да. Ага, так, все, бежи. Ты за ним бежишь, ты за ним бежишь. Беги, беги за ним, беги за ним. Беги-беги-беги, бежим-бежим-бежим. Так, стоп, все, стоп. Теперь, слушай, мне нужна монотонная съемка. Ты отойдешь? Просто из кадра. В динамике лучше снимать. Давай на фоне вот сюда. Смотри. Я буду смотри, как снимать. Ты стоишь здесь, я буду вас вот так вот сверху снимать. Как под собой серфер. Ты бежишь, просто прыгаешь слева, справа. Прыгаешь. Да, он за. А ты смотри, ты за ним то же самое повторяешь. Вот то же самое, что он, только сзади что него. Что за репертуар у меня? Готовы? Поворачиваемся. Сейчас, стоп, секунду. Можешь с собой серфер включить? Нет. Наоборот, сюда. То есть ты вот так стоишь, вот так вот, лицом. Ага. А ты вот здесь, вот так сзади него. И прям все те же самые действия повторяй, которые он. Раз, два, три, поехали. Спасибо, Джонни. Так, супер. Да. Все, можно немножечко отдохнуть, попить водички. У нас перерыв 5 минут. Это Пашка, да? Это... Две? Одна? Носок X2. Пожалуйста, трогайте. Отойдите, пожалуйста.
А у меня все по сценарию или импровизация? Сейчас подумаем. Тань. А, блядь! Блядь! Да не, не будем ждать. Илья, мне кажется, вам посерьезно надо кандидатом на роли. Потому что какая-то кулинада вообще несерьезная. NPC. Извините, коллеги. NPC. Мне нужно выпить таблетки. Мама звонит. Так, сейчас у нас еще три сценки. В общем-то, три, если быстро... А? Три, мать твою, сценки? Мне менеджер писал, что у нас всего одна сцена. У вас, да. А, я говорю, в общем, у нас на сегодня три сценки. А, я думал, со мной три сценки. Ладно, слушай, пацаны. Проходите мне правильно. Стрелять будут в меня. В GTA 5 РП. По поводу того, что вас предали. Он предал. Да. Ебать, лук нажрал с утра, да? И есть такое? Что? Я лук вчера как яблоко жрал. Заметно, да? Ну да, заметно. Все, готовы? Поехали? Поехали. Где? Или плачь не хочу. Вова! Хватит, хватит, хватит. Сказали не делать такого. Кто? Там. А. Да. Да. Не наступать там нигде. Так. Ну что, поехали? Ну не надо так делать, да. Правда, шли лес подальше. А? Да, можно. Так. Ну, вы можете снимать, да, это я не вам, я, в общем. Актеры. А у нас есть наша вода? Там, в пакете. С чего начнем? Ждем костюмеров? Да, я думаю. Просто как, Что, как бы лучше сделать? Меня вот очень сильно жалеет то, что Universal Pictures ушел из России. Я бы не пришел бы сюда за 2500, если бы Universal Pictures до сих пор бы существовал. Потому что на роли Человека-паука я был в массовке. Мне платили 9500, а не 2500 за главную роль. Я считаю, что это сущие копейки. Я тоже шел на роль Кузи. Ну, что мне сделать? Я сейчас с вами так мяч надо унести со сцены. Ну все, поехали, тогда сейчас... Так, Александр, ты куда сел? Что ты сел? У нас сцена со стульями уже давно закончилась. Илья, я сел подумать и поразмышлять. Мне нужно поймать вдохновение, чтобы начать съемки. Я их убрать? Да, я уберу. Так, нет, вашу кофточку оставьте при себе, пожалуйста. Ну, жарко, мне пиздец. Так, можно не материться на съемочной площадке? Ублюдок. Мне сейчас нужно... Да убери ты стул! Чего ты сидишь на нем? Я ухожу. Иди. Так. Мне нужен сейчас Тыгадык и Данила Багров. Это драматично? Да. А Бэтмен? Надо Селен Диор или, наверное, Эванесенс, My Mortal.
Или из Титаника что-нибудь такое можно подобрать? Ну, вот есть такая. Что? Отлично, сейчас буду крупным планом брать. Статично или динамично? Как лучше будет? Я думаю, какую-то статико-динамику поймешь. Статико-динамика? Ну, да, просто надо будет где-то в этом углу, чтобы я потом иногда брал еще крестики, захватывал, чтобы потом было на монтаже лучше это все делать. Hide the Division. Sony Pictures. Hide the Division. Это игра. А звук будет? Что звук будет? Звук долбит будет. Atmos? Долбит нормально. Из цитатника приколка у вас. А у вас костюмчик, блядь, дешевенький. Пришли на кастинг Sony Pictures на роль Бэтмена. Ничего не вижу смешного, Илья. Так вы не Кристиан Бейл. Ну, и костюмчик у вас, блядь, вот ну, вы в него надули, блядь, свои дутики, пока бежали с работы, обкакались все. Ну, так и сидите. Я запоминаю, Илья, не переживайте. Я запоминаю каждое ваше оскорбление. Вот здесь будем в углу снимать. История такая, что он тебя... предает, потому что... Я? Да. Ты... Меня же предал. Да, а он тебя предал. То есть ты... Я предаю его? Да, да. Ты Гадыка предаешь, ты говоришь, я хочу отшиться, я ухожу из банды. Ну и придумываешь импровизацию, почему. Mm-hmm. А ты такой, нет, а это твой родной брат. А, но ты это аргументируешь тем, что тебя предал Саша Белов. Mm-hmm. Готовы? Mm-hmm. Можно поближе? У вас драматическая роль. Mm-hmm. Ага, смотрим друг на друга. Только я вот, наверное, с этого ракурса возьму. Так вот. Ага. Музыку слышим, начинаем. Ты пойми меня, тык-дык. Я ухожу из твоей банды. Можно музыку погромче, пожалуйста? Я... Конечно, конечно. Зачем? Вы потом... Почему ты хочешь уйти из банды? Пойми, я больше не могу притворяться и доверяться людям каким-то. После предательства Саши все мир стал серым, понимаешь? И эти разборки, это вся жизнь, она больше меня не радует. Я не верю людям, пойми. Дело не в себе, ты ровный парень. Но просто сверяться людям я больше никогда не смогу. Поэтому... Что ж поделать? Если хочешь уйти, уходи. У тебя все получится. Прощай, мой старый друг. Брат. Прощай. Обнимитесь. Есть? Есть. Отлично, шедеврально! Молодцы, это было лучше, чем просто, ну, это было превосходно, это было лучше, чем обычно, это лучше, чем норма, это лучше, чем хорошо было. Долбит нормально. Фрик, сука. Так, ладно, у тебя сцена, у тебя одна сегодня сцена, боевка с Человеком-пауком. Боевка с Человеком-пауком? Да. Арчибальд вроде Человек-паука? Нет, Арчибальд, ты гыдык! Хватит меня докапывать уже с этим, понятно? Или непонятно ничего? А кто победит в битве, Человек-паук или Бэтмен? Там импровизация. Там просто... Выключите микрофон. Там Магомед приедет. Выключите микрофон. Нет. Выключите микрофон, пожалуйста. Ну, так, хорошо. Хуя будет импровизация, если по сценарию нахуй выигрывает, блядь, Бэтмен. Илья, вы, блядь, в своей уме я хочу выиграть в этой битве. Мне мало ли что, блядь, копейки заплатили вот эти 200 bucks. Что вы мне предлагаете? Я хочу победить в этой битве, чтобы аудитория меня уважала, чтобы у меня не было хейтеров. Посмотрите на меня в маске. Я идеально подхожу на роль победителя. Нога в тапок, накладки такие вот. Прошу прощения, мне нужно выпить таблетки. Пум-пум-пум-пум. Так, ладно, в общем-то, хорошо, окей. Все, еще две сцены осталось. Паша! Секундочку.
А через сколько там будет у нас второстепенный персонаж? 11. Через 11 минут? Да. А, не-не-не, все нормально, у меня есть все. Так, теперь у нас сцена знакомства Арчибальда с Александром. Говорить на высоких тонах? Ну, погромче, конечно. Как Бэтмен. Ну, петличек-то нет, да. То есть мне придется разговаривать вот так вот. Только в маске, чтобы тебя не узнали. Точняк. Угу. То есть, смотри, ты просто лишь на полу один. То есть мы там крышу нарисуем, дорисуем потом. Вот так сидеть, типа я на крыше. С ногами болтаю. Нет? А мне добавить ветер на задний фон, чтобы мой плащ развивался? К сожалению, у нас нет сегодня ассистента вашего, поэтому... А может, я Бэтмен в коконе, и он достанет меня из кокона? Как ты тут мышь? Давайте мы по сценарию пойдем лучше. Хорошо. А тогда тебя не обрезать потом будет. Ты же, Наташа, ты не зеленая. Нет, можно. Как? Парень, да. Ну, ты заеб, нет? Нет. Не заеб, реально? Нет. Ну тогда давай, хорошо. Только, Саш, стул подальше. И это будет статичная съемка, я не буду двигаться, я не буду ходить никуда. Понял. То есть, ну не прям в конец, у тебя же должен плащ. Не, боком садиться. Лиза. Да. Вот так, да? Ага. Лиза, да. Только, да, ну все, плащ вот так, да. То есть, смотри, ты, короче, ты заходишь вот отсюда, вот с самого правого угла, вот отсюда, вот так, ага, отсюда. В кадр, и прям идешь уставший, прям ты вот устал, ты долго шел, то есть прям... Подходишь и прям в конце, как прям на колени, прям вот так уже к нему доползаешь и говоришь: спаси меня, помоги мне. Садишься рядом с ним вот так вот, облокачиваешься и говоришь: меня предали, мне нужна твоя помощь. И на этом заканчиваем сцену. Окей? Так, Антош, а ты там занят? Паш? Нет. Надо что-то такое за... Я уже ищу. Да. Нолановское, что такое. А я что? А, это... Нормально? Я присаживаюсь на кухню. Нет, около него, то есть... сейчас я... Да, слышишь? Только подожди, сейчас. Смотри. Ты вот идешь такой? Так. Там тут пруга, то есть там будет снег, ветра, то есть ты знаешь, что идешь через... Помоги. Хорошо. Меня предали, ты должен мне помочь. Вот так, то есть, вот так примерно. И вот прям падаешь, прям все, ты там все валится, там другая. Это сцена с матами, да? А? Сцена была. Прям с мацуками, с жесткими. Угу. Поехали. А подожди, стоп, единственное по съемке у нас получается Лиз. А это потом вырежется? Да. А что не так? Видно? Да блядь. Нормально. Ну, просто как будто бы... Это... Оставить, я считаю. Вообще, а давайте я буду решать, как генеральный продюсер, режиссер, что здесь делать, хорошо? Mm-hmm. Все? Да. Вы Бэтмен? Я Бэтмен. Я Бэтмен. Диалог небольшой начните с тыгадыком, хорошо? Когда он подойдет. Конечно. Так. Я вот думаю, как здесь статику делать? Просто медленно двигать вот так? Или динамику? Нет, музыка динамичная и съемка должна такая. Потом вырезать как? Для конкурса. Ну лучше просто его одного снимать и сзади плащ. Нет, общим планом снимайте все. Я думаю, да, общим планом просто. Нет, я так короче думаю, я вот так хочу, короче. Я думаю, вот так будет, и потом буду медленно так поворачивать. А, только надо пониже, да? Так. Голову видно. Как музыка начнется, начинаем, хорошо? Подождите. Ну быстрее, пожалуйста, ну вы же только готовы были. Я уже не готов, мой костюм немного расходится. Что такое? Трудовые будни. Все? Нет. Так. Все, держи только если. Мне, ребята, очень нравится, как мы сегодня работаем. Правда. Если сегодня у нас все наконец-таки свершится, мы с вами во втором сезоне Холмсона. Прошу прощения, а почему вы так говорите только при включенном микрофоне?
Как, а как я говорю, вне включенного микрофона? Объясни мне, пожалуйста, Александр. Я не хочу об этом говорить. Вот и все. У нас одна задача, дорогие друзья. Сегодня мы делаем судьбу нашу, решаем ее. Так что бодрячком, стоячком. Готовы? Музыку слышим? Начинаем. Здравствуйте. Сейчас, секундочку, я к вам подойду. Павел. Музыка. Музыка. Начинаем. Раз, два, три. Спаси меня. Помоги мне. Меня предали. Почему Бэтмен должен помогать обычному бандиту? Потому что я тебя об этом прошу. Ну, я не знаю. Возможно, ты знаком с Джокером. Сотрудничество с ним прошло негладко. Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Я могу тебе помочь, но... Помоги мне. Если ты ответишь на мой вопрос. На какой вопрос? Какая моя суперсила? Ты умеешь летать. Деньги. Деньги. Моя суперсила – деньги. Моя суперсила – деньги. Это моя суперсила – деньги. Я тебе не верю. Чем ты можешь это доказать? Я могу купить тебе машину, самолет, квартиру, но я не буду помогать обычному бандиту. Я не обычный бандит. А я тоже не бандит. Чем ты занимаешься? Я со своими пацанами. Не должен помогать сраным бандитам. Я не обычный бандит. Я их главарь. У меня есть бешеное желание его связать и отвезти в полицейский участок Готэма. Я тебе не дамся. Я не настолько глуп. Я тебя хватаю. Все отлично. Гениально. Снято. Мне... Что за хуйня? Почему у меня под вечно подмышки мокрые, блядь? Это что? Ну, все, кто должен. Сколько у нас сегодня? Трое, получается. Ну, двое и вот... трое. Здравствуйте. Как вас зовут? Ахмат. Очень приятно, Ахмат. Вы на кастинг? Вы на кастинг? Мы позвали. Можете переходить тапочки, пожалуйста? А, да, у вас... любые тапочки. Тапочки там... А, вот в пакетике. Вот, видите пакет? Не-не-не. Вот пакет. Вот. Любые, да, берите. Не-не, это там в каждой пачке два тапка. Все не... Так, это Человек-паук пришел. Сейчас ты будешь сражаться с ним. В костюме Бэтмена? Да. Или в костюме петушка? А, ты готов? Ну, да. Сражаться с Человеком-пауком. Погнали. Отлично. Так, тогда сейчас у вас пауза. Ждем 10 минут. И потом финальное, и все.
Ага. Так, сейчас сцена с Александром. И с... Как вас зовут? Здесь? А, да, 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 можно на, да, на ваши ботинки. А, нет, нет, что, это тапки. Не, не заходит. Это... Можно снять ботинку? Одну? Не, оба можно снять? Оба снять, да, можно. И вот эти тапки на ноги надеть надо. Придется потом убрать вам, да, тут полы. Немножко. Я протру, я протру. Не, я протру, я говорю, не вам. Я нужен тут, да? Так, сейчас. Сейчас, 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 секунду. А, Павел, возьми, пожалуйста. Возьмите. А вот можно или это персональное? Илья, а до скольки все съемки? Что еще раз? До скольки все съемки? Что за хуйня? Почему так всегда происходит? Тут очень жарко. Тут почему такое большое количество вопросов ко мне, я имею в виду? Ну, потому что вы же главный директор нашей студии. Я понимаю, прекрасно. Но знаете, что вам тоже нужно немножко собраться и сделать. Так, сейчас битва Человека-паука и Бэтмена. Это отдельно. Это у нас спин-офф. Что? У меня вопрос к костюмеру. Угадайте. У меня вопрос к костюмеру. Угадайте, кто влюбился в пальто. Ну, типа пальто. Уже еще приехал? Двое? Там Пашок и еще, да, тоже такой. Отлично. Проводите человека. Что? А, да. Сейчас, секундочку, подойду. Господи, сложно как. Да, 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 да. Проходите. А вы и тапки, и бахилы надели сразу? Да, оба. А, да, хорошо, хорошо. Так. А? Гримера надо попросить встретить тогда. Кого? Гримера. Я. Нам только Паша нужен на самом-то деле. Нам... Ты же только Пашу забираешь? Да. А где? Ну, где-то у входа, наверное. Арчибальд, вы пока присядьте на стул, чтобы не стоять. В ногах, правда, нет? Mm-hmm. Да нет, мы же устали, да вы устали. Я уже подобрал саундтрек под битву. Ага, супер. Так. Что, да, вот, да, я понимаю. У нас, смотрите, у нас почасовая оплата, 2500, я вам оплачу на карту за съемки, да? У вас Сбербанк, Тинькофф? Сбербанк. Сбербанк. Смотрите, у нас сцена небольшая, она больше рекламная. У вас в костюме Человека-паука. Да, знаете? Да, здрасте. Так, Илья. Паша. Очень приятно, Паша. Так, Павел, вы на кастинг, правильно? Да. Все, отлично, пока можете... А? В массовку, да. В массовку. Павел, вы можете пока присесть вот на стул, вот рядом с человеком в шляпе. Только обувь сначала, вот тапы. Да, бахилы. Да, вот бахилы. Вот... Сменка есть. А, сменка, замечательно, да, Павел, отлично. Так. Только я Прасковья. А? Только я Прасковья. Еще раз. Только я Прасковья. Имя. Прасковья. А, Прасковья. Полная рада. А мне почему-то скаут передал Паша. Ну, сокращенно Паша, полная Прасковья. А. Понял. Девочка Прасковья. Оттуда. Из Подмосковья. Запапа пахло весною. Тара-тара-тара. Так, ну что? Сейчас у нас начало. Здравствуйте. А вы кому? Ахмат? А, его тоже позвали. Фердаус. А, вы с нами? Все, понял. Все отлично. Только да, бахилы или тапочки. А то я потом встану, если у меня. Бахилы есть? Бахилы. Я предлагаю, у нас бабка стен слушать на роль сейчас. И две сцены подразумевают. Я только думаю, Александр. Нет, я думаю, что Александр будет в петушке, а Человек-паук и Бэтмен для рекламы будут. Да? Здорово? Да, да.
вам сказали, да, что 2500 за час, я думаю, что управляете за полчаса. Нам тут недолго. Что еще раз? Сказали, да. А, все нормально, все. Так. Илюш. Ау. Дай сюда, что принесла, какая бутылка будет подойти. Сейчас выясним. Так, это ваш костюм. А Бэтмен костюм где? I don't know. Где костюм? Ну, так ты тоже. А, он там, он там. Вот, давай костюм Бэтмена, человек. Подождите. Что, где костюм Бэтмена? Там, я знаю. А, костюм, твой костюм где? Здесь, говорит. Нет, его костюм другой. Вот, 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 вот. Да не Бэтмена. А, Бэтмена, да, Бэтмена тоже тащите сюда. Александр, это ваш костюм? Это моя куртка. И то еще сегодня не уходил, не переживайте. Да, переживайте. А, стой, подожди. Мой костюм? Не, вот это надеть. Или это есть мое? Я же твое, походу, и есть. Да, вот, и это грива тут. Штаны? Да, 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 все. И тебя. И это вот, это Костик, это Костик. Хорошо. У меня кухня? В гримерке там, да, все относили кухню. Так. Оп, здорово, отлично. А у вас это костюм Бэтмен? Да, 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 да. А ремешок есть? А, пояс есть, пояс. Ну что, сейчас быстренько рекламу мыла снимем, да и пойдем. Потом продолжим с Арчибальдом последнюю сцену, да и все. Отлично. Так, а вы на массовку, да? Пум-пурум-пум-пум. Ну что, Павел, что на массовку делаем? Костюмы какие-то еще имеются. У каждого человека в рука есть его Мэри Джейн, правильно? Так. А у Брюса Уэйна кто-то забыл, как зовут. Угу. Я думаю, можно объединить это два образа в один. И злодей, петушок, украл Мэри Джейн. Мэри Джейн. И Человек-паук с Бэтменом. Да, бегут. Но потом они могут сражаться против друг друга, потому что он говорит, что это его. Это не крылья, это хвост. Потому что я знаю, что это хвост. Он на пояс, это хвостик. Вот такой хвостик у него. Это же костюм ангела, вы говорили. Какой нахуй? Так, костюм петуха. Чей костюм? Петушка. Ну, давайте скинуться с петушком. Ну, очень хорошо. Отличный костюм. Вот здесь не нравится. Что не нравится? Нравится, не нравится? А, так это курочка. Так мы будем снимать рекламу для яиц? Нет, рекламу мыла. А яйца? А яйца тоже будут в рекламе. Когда уронишь мыло. Все, отлично. Иди на сцену. Иди на сцену. Иди. Хороший петушок. Отлично. Вот такая вот студия, если что. На будущее, Жора, если ты меня слышишь, это моя вторая уже работа. Первый делал я кастинги на моделей, и вот это моя вторая работа режиссуры. Поэтому желательно оценить ее по достоинству, я все-таки стараюсь. Вот такой вот сегодня вот организовали сабантуйчик, чтобы прорекламировать, все снять. Вот это? Или... Александр, на позицию, пожалуйста, съемочную. О, матрица замечательная. Но там тоже хорошая, на самом деле. Возможно, вы не слышите. Я вам просто пару слов дам. Я видел. Послушай немножко. Почему мне такой костюм? А всем супергерой. Как думаете? Матрица как матрица. У тебя костюм супергероя. У меня? Да. Суперзлодей, точнее. Суперпетух? А, мыло. Где мыло наше рекламное? Добавили. М? Александр, мыло. Мыло. Рекламное. А мы не брали мыло. Как? Можно Паш попросить принести пакет? Да, спасибо. Да-да, маску пока можно снять. Да, жарко же. Жарко, да? Очень жарко здесь. Духовато, да, я сказал. Георгий, приходите обязательно в студию ко мне, к Алюку Александру Станиславовичу, к Илье. Можете
у меня брать, в принципе, съемка для свадеб, съемка рекламы, съемка клипов. Yeah. То есть это все у нас профессиональный актерский состав, который я продюсирую, режиссирую уже на протяжении 2 лет. Yeah. Так, это не совсем... Это жидкое? Это вообще с полным сольется. А, вообще, да. А там нет, что ли, в раковине? Ну, просто мыло-то. Да, да вот, потом подставите просто. В чем проблема? Что подставлю? Да как я вместо него подставлю? Давай жидкое мыло, неважно. Уронишь жидкое мыло. А? А, на стенке прибито. Блин, а мы можем взять какой-то кубик, чтобы потом сделать из него мыло, как в бойцовском клубе, розовое? Конечно. Fight Club. Окей? А в реально выходит такое мыло в России? Да, Fight Club. Можно бы тоже Акс спокойно найти. Да. Ну и на Алике оно есть, но в общем оно бренд такой. Как его зовут-то? Главный. Ну это не совсем Fight Club. Сейчас мы какой-нибудь кубик найдем. А, я вспомнил. Давай. Тайна дернул. Что? Тайна дернул, это альтер-эго рассказчика. Да, это не совсем. А как правильно? Тайна дернул? Тайлер Дёрден. Тайнер дернул. Нет. Тайлер Дёрден. Тайлер Дёрден. Дернул Даллен. Тайлер Дёрден. Все, хватит. Так, ну что, на изготовке потихонечку. Павел. Вы готовы с музыкой? Да. Отлично. Смотрите, вообще тут простенько. У нас буквально на 2 минуты. Это местная реклама мыла будет. Александр, вставай. У вас один диалог всего, вот между собой. То есть ты ему говоришь типа «Привет, брат». Он тебе говорит «Привет, смотри, а кто это у нас украл и уронил наше мыло?» И вы смотрите вот так вот на него. А, Мэри Джейн потом... Сейчас, дай, слушай, не прибивай, хорошо? То, ребята, что по 100 раз мне не повторял. Еще раз. Все, не отвлекай. Вы стоите между собой такие, привет, брат, то есть здороваетесь. Потом ты ему такой говоришь, смотри, он украл и уронил наше мыло. Я на него кадр перевожу с камеры основной. Ты смотришь на них вот так взглядом, там включается музыка, и уроняешь мыло, и бежишь. А мыло воображаемое? Так, да. Тебе дали пачку. Где пачка? Тебе дали только что пачку. А, на. В конце... Вы просто делаете вид, что за ним бежите, вот так вот. Ну, просто тут хромаки, мы потом все нарисуем. Ты тоже делаешь вид, что ты убегаешь, чтобы прям вот так вот, то есть спотыкаешься, падаешь, только на месте, понял? Вот так. Да. Все. В конце поднимаешь это мыло вот так вот, ну, понял? И в кадр показываешь с улыбкой. Ну, может, не полностью. Как? Да. Окей? Отлично. Все, надевай маску, погнали на изготовку. Битва начинается под дроп. Лиза, помоги, пожалуйста, человеку надеть плащ с маской. Это просто сзади накидывается. Да, я забыл сценарий. Что? Забыл сценарий. Давай, не тупи. Хочешь фокус покажу? О. Смотри. Что? смотри. А, язык? Круто. Сплит. Понял? Сплит? Мой любимый фильм. Сейчас покажешь. Понимаю. Так. Арчибальд будет участвовать? Арчибальд нет пока. Арчибальд отдыхает. У него последняя сцена, и сегодня все. Мы отпускаем Арчибальда. Фух. Ну, так вот. Сегодня жестенько. Битва начинается под дроп в музыке. Это что такое? Это коза, хорошее настроение. А. Рок-н-ролл. Ну, можно и так. Вот. Ну. Чует. Все чует, да. Все готово? Ага. Музыка готова? Это... То смотри, музыку, сначала их диалог вот этот вот, потом... А, проигрыш, он будет тихий, когда там будет битва, я сделаю... Когда они начинают бежать за ним, да. Включаешь? Угу. Отлично. Спайдермен. Бэтмен. М? Я? Нет, вот, твои противники. Ты главный злодей. Они ко мне подойдут, задают вопрос, и я убегаю. Да. И мы бежим на месте все. Да, только ты от них. Да, и они бегут со мной на месте, и я тоже их падаю. Да. Только чуть подальше друг от друга, чтобы я на зеленке. Еще раз объясни, как. Смотрите. На, подержи. Вот вы стоите вот так вот, то есть вот так можно писать друг другу. То есть, по дороге, то есть, привет, брат. То есть, так, да, то есть, так, все замечательно. Ты ему такой говоришь, слушай, брат, а что это за курица украла наше мыло? Не дай бог уронит сейчас. Вот так вот. Можешь? Все. И потом просто вы такие, ты такой смотришь на него, и вы начинаете бежать. То есть просто на месте вот так вот бежать на месте. Так смотреть нужно грозно. Да, грозно. В конце он спотыкается, поднимает мыло, мы его снимаем и все. То есть тут буквально-то немножко. Так. Подожди,
Подожди, текст еще раз. Кто он такой? Саша, возьми еще раз. Смотрите, ну вот вы стоите вот так вот. Здороваетесь. Привет, брат. Привет, брат. Ты ему такой говоришь: брат, смотри, что это за курица у нас там мыло украла? Вдруг сейчас уронит его. И вы такие, что типа, да, давай догоним его. И бежите за ним. Что за курица? Угу. Еще раз? Да, да, смотрите. Может, вы запомнили? Да. А, ну давайте вы. Короче, сперва говори, привет, брат. Привет, брат. Потом ты говоришь: брат, смотри, что за курица у нас украл мыло. Давай побежим за ней, короче, да? Побьем его. Нет, 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 не надо говорить. У нас же добрая реклама. Не дай бог, короче, он сейчас уронит мыло. Да, не дай бог, сейчас он уронит мыло. Виктор, а вы это ли? О. Че? Ты мне, короче, не дай бог, сейчас он уронит мыло. Здесь один человек должен разговаривать. Ну, вы можете симпровизировать диалог, но, в общем, да, один человек должен другому говорить. То есть, смотри, брат, мы должны догнать его, он сейчас уронит мыло наше. И ты такой: да, там, давай побежим за ним, поймаем его. И начинайте бежать. Короче, мама, гумки. Что за курица вдруг сейчас уронит мыло? Не, Гишка, короче, сейчас мы здороваемся вот так. Привет, брат, потом... Ты говоришь: брат, кто там украл нашу мыло? Да. Смотри. Сейчас он его уронит, его. Что за курица у нас украла мыло? Угу. Не дай бог, сейчас он уронит. Короче, вместе будем побегать вот на месте. Да, вот да, 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 да. И вы просто на месте, вот в ту сторону, вот так вот. Я буду вас сзади снимать, да. Вот так вот. А вы туда бежите, вот так на месте. Все. Англи? Все. Все, окей. Так, проигрыш. Вставай. Ты, вставай. Ну, где у тебя пакетик? Ага, иди сюда. Так, я начинаю сначала с них. Вот так надо вставать? А, потом, да. Все, ты можешь занять позицию. Займи позицию пока. Займи позицию так. Встань. Да не так, вот так, да. Нормально? Да. Отлично, отлично. Я бы сказал, отлично. Я бы сказал, что и улыбку, да, в конце вот так? Да, это в конце. Кочачьи зубки. Что за курица у нас украла мыло? Что за курица у нас украла мыло? Вдруг она его уронит? Короче, я скажу это. Хорошо, хорошо, хорошо. Бля, я вообще... Нормально все. Первый раз. Так, ну что, готовы? Да. Так, как слышим проигрыш, как музыка начнется, начинаем, хорошо? Ты сам викни. Привет, брат. Курица. Мамик у меня, ты надо? Давай. Так. Два, один. Привет, брат. Что за курица, брат, у нас украл мыло? Смотри там. Сейчас не дай бог он уронит. Давай побежим за ней. Давай. Бежим. Все, стоп. Угу. Еще разочек, хорошо, прогоним на всякий случай. Так. Паузу можно заново? Восхитительно. Я бы сказал, сногсшибательно. Это все-таки мастерская Калюка Владислава Станиславовича. Тут по-другому у нас не делается делов. Как бы лучше в экспрессии летуна или бегуна? Я лучше думаю, что тебе нужно сейчас попробовать не упасть, а встать все-таки, подняться еле-еле. Или лучше, знаете что, попробуйте сейчас в конце его, когда он упадет, поднимайте его. Ты за левую руку, ты за правую. Поднимите его вот так. Да. Ну что, добегался? Я вот так. И ты в камеру, да, покажешь. Все. Окей? Все. Короче, я скажу, ну что, добегался, я да, скажу. Да, да, да. А можно следующую композицию? Хорошо, хорошо. Раз, два, три. Привет, брат. Привет, брат. Брат, смотри, что за курица у нас украл мыло. Не дай бог, сейчас он уронит. Давай побежим за ней. Давай. Замечательно. Спасибо большое. Спасибо. Все, супер. Так,
А, Антон, можешь оплатить дорогим людям по 2500? Да, можешь? Да, конечно. Отлично. И все, спасибо вам большое, можете переодеваться, да? Спасибо вам большое, спасибо, огромное спасибо. Так, Арчибальд, сейчас с вами, последняя сцена и все, и уходим. А мне руку не пожали. Тебе руку... Почему? Тебе реально руку не пожали. Ты в образе. Так, все, Арчибальд, у нас последняя сцена. Сайгу... Просковья, пожалуйста. Присядьте пока сюда, вот на этот кубик. Да, да. Лиз, включи, пожалуйста, центральную камеру сейчас. И сюда, сосредоточь ее по центру. Возьми, 17:5 на Просковью. Вам спасибо, вам спасибо. Владимир. Прошу прощения, коллеги. Съемки. Угу. Прическа у меня Саша Белого немножко испортилась. Угу. Так, ну что ж, переодеваемся. Какой костюм? Ну, из своего надо, другой. А может быть оставить? А может роль обычного человека сыграть себя? Тогда зачем костюм снимаешь? Это оно всю жизнь. Может, я хочу с этим поясом. Просто вот с поясом, можно? Просто с поясом. Типа я рестлер, как у предложения. Мозговой штурм. А вообще? Да, у нас... А никто не хочет из вас еще плюсом 500 рублей заработать? Да. Давайте... Не, можете одеться. Ну, это, да, просто обычно подойдете. У нас там сцена такая будет. Да, у вас можно? А можете вдвоем даже. Каждый по 500 еще, да? Лицо на камеру там покажется или... Вы не хотите? Я могу издалека, в общем. Вам нужно... Ваша задача... Вот стоит Арчибальд. Это он, мы сейчас будем снимать для сцены. Для сериала, попробуем, ну просто кастинг. Вам задача просто подойти к нему и начать его, то есть, кошмарить. То есть, ты откуда вообще там, что ты здесь делаешь? То есть, просто импровизационно, без текста, просто его напугать. Только без матюков, хорошо? Все, отлично. Вдвоем? Да, да, вдвоем. Я вам по 500 рублей еще сверху дам, по 3, то есть 3000 в общем. Окей. Ты оплатил, да, людям? Да. Все, да, еще по 500 рублей. Нет, я скинул 500. Ну, сейчас, значит, снимем, да, еще по 500. Можете попросить включить какую-нибудь такую, знаешь, саспенс какой-нибудь, то есть триллер, боевик, что-то такое, вот, да? Да? Ага, Арчибальд, смотри, сейчас такая история. Ты сидишь с девушкой, мы сейчас тебе стульчик дадим тоже. Сидишь с девушкой в кафе, это финальная сцена. Ты сидишь, общаешься, то есть вы... Ну, тут главная импровизация просто небольшая. То есть ты такой задаешь вопросы, слушай, ну мы с тобой давно уже вместе. Не хочешь ли ты что-то серьезное наших просто отношений? Ты говоришь, на что ты намекаешь? И ты такой, я хочу, чтобы ты вышла за меня. Ты такая, я даже не знаю. И подходят два молодых человека такие, ну что, дружище? И начинаете кошмарить. Ты нам денег должен, там вот буквально минуту. А ты должен отпор как-то давать словесно. То есть я, то есть ты главный, ты босс мафии. То есть ты должен как-то отпор давать. Вот, словесно. Импровизационно тоже. Без перебора. Да, главное без перебора, окей? Без перебора это как? Ну, главное, не, ну, без оскорблений, просто говорить, да вы кто такие вообще, я тут самый главный, то есть ты без босс мафии. Без мата, я имею в виду, да. Ну, мат нам нельзя. Так, в общем-то, музыка готова? Готова. Отлично, молодые люди. Так, стульчик. Отлично, спасибо тебе, родной, дорогой мой. Так, вот, вы садитесь вот так вот, друг на дружку. Сидите, смотрите друг на друга, в профиль, да? А вы, не, вы вдвоем можете стоять, да, и вы, я вам покажу, когда идти надо. Угу. Угу. Только так пожестче. А кто ты такой, что? Да, да, просто кто ты такой, что ты делаешь? Да, да, вы можете прям кошмарить, прям вообще жестко, только без матюков. Так, музыка готова? Да. Все, я вам скажу, когда я покажу. Готов? 3, 2, 1. Ну, как с тобой? Мы с тобой давно уже встречаемся. Не хочешь ли выйти за меня? О, я даже не знаю. Ну подумай. Несколько секунд. Это слишком такой неожиданный вопрос. Ну мы же с тобой давно встречаемся. Ну? Я даже не знаю, что ответить. Сколько времени?
узнал? Предположим, хорошо. Ты нас узнал? Узнал. Откуда узнал? У нас с вами были дела. Да, были дела. А ты нам деньги должен? Деньги должен. Какие деньги? Деньги вот. Я никаких денег у вас не брал. Как это не брал? Ты должен нам деньги. И сколько же я вам якобы должен? Миллиона долларов. Я у вас их не брал. Я не брал, но ты должен отдать это. Я не должен их отдавать, потому что я их не брал. Да нам пиздец, где ты, кто такой босс мафии. Мы тоже там, у нас свои дела есть. Ты должен нам миллион долларов и все. Договорились? Нет. Я босс. Я не брал у вас. Я тебе скажу, денег. Что ты до завтра не доживешь, если не принесешь нам деньги. С чего это ради? Вот так. Как так? Вот так. Я вам ничего не должен, я уже сказал. Отлично. Но мастерская Ильи Ломова. Это я. Чует. Спасибо. Все. Оплатите, пожалуйста, молодым людям. Да. Супер чует. Супер чует. Все по домам нам. Это что? Что? Нет. Ну, мы сейчас проводим всех. Спасибо большое за съемки. И немножко останемся здесь еще, порепетируем. Так точно. Да. Будет дополнительная доплата? За что? За то, рекламу, что рекламу... Петушка. За рекламу петушка? За рекламу петушка с мылом. Угу. Ну, я думаю, что не знаю. Все, можете переодеваться, Арчибар. Спасибо вам большое. Жоре отправил все. Сейчас вам оплатим. И... Да. Ну что, Елизавета, как вам? Хорошо. Отлично. Так, а давай еще конкурс, это все в один фильм. Я говорю, мы сейчас еще, мы давай сейчас какие-нибудь сетапы. Ну, мы же помним, что сегодня примерно было. Да, сейчас все проводим. Сами сделаем там через 10 лет. Нет, я предлагаю сейчас просто на статике какие-нибудь просто сетапы, то есть чтобы тоже было что использовать для материала. Просто мне кажется, материал именно для того, чтобы сформировать там что-то. У меня прическа испортилась, так что буду братом-близнецом. Да. Как ты так выглядел? Сейчас еще поснимаю. Нет, оно просто само не действует, ничего. Да, да, вам спасибо большое. Нет. Спасибо ты большое. Заберешь. Так. Да нет, просто вот так вот получилось. Просковье 2000 и Арчибальду 2,5. Угу. Так, и в общем-то на связи. Ждем теперь ответ. А долго ждать? О, я вам не подскажу, честно. Недели, полторы-две. Ну да, может быть неделька. Угу. То есть это все такой долгий процесс достаточно. Ну, все хорошо. В общем, норм, да, пойдет. Ря, мне перевести деньги надо, да? Да, вот. Ну, а, мы... да, я понял. Эй, ты, маленькая девочка. Всего доброго. Мне прям стыдно, это последняя девочка, но у нее прям реально, типа, ну, она очень хорошо отыгрывает, прям. Ну, так поэтому мы и отпускаем, поэтому мы и платим просто так. Всем по 2000 рублей. За, прям... за 2 минуты? Ну, честно скажу, у меня, конечно, сам засолодил. От кого? Ну, в общем, я еще не готов к такому, не? Особенно к шоу-наушникам мне там предлагали. Нет, шоу-наушники, это уже слишком. Нет. Мне тут плохо стало, честно говоря. Так я чуть не обоссался с Спайдермена. Ты видел? Не. Маска. Три самых смешных момента. Это первый там, где Саня Бэтмен. Да. Это курица украл наш кулак. Давай побежим. Потом с собой сел. Там, где у него тапок пришлось ставить. Я тобой... говорю, в общем, ну, не знаю, мне прям... Вообще классно. Ладно, сейчас. Напоминаю, что Илья Ломов, мастерская моя. Обращайтесь за съемками. Сейчас прикинь, время немножечко проходит,
Лиза опять смотрит, у нее кроссовок нет. Тяна в них. Блин, не, ладно. Не, у меня нет. Пока-пока. Да. Админ, вам вопрос. Да. Какой? Такси? Такси. Да, такси вызвали сейчас. А, бизнес? Наверное, ты найдешь? Да, я вам прошлю в Телеграм сейчас. Она говорит, дай. Ты скинешь. Посчитай эту контакт. Ну что, как кринж или нет? Смотри, притом вверх, я не могу держать. Ну мне и то, и то. Так в этом-то и есть изюминка. Так что, кринж или нет? Я не готов в это участвовать, смотреть, это, конечно, заебись, я уверен. Опусти-ка голову. А, что, кринж или нормально все-таки подсняли? Нормально было. Сань, а если тебя посадят, вот серьезно? За что? Ну, в общем, не за это, а в общем. А. Ну, как ты вообще... Говорят, имба, говорят, охуенно. Одевание. Да, блядь, да понятно, что, ну, это моя задача была сделать, как и обычно, блядь. Кринж, ну это же блядь, приятно. Я вообще не готов к такому, от слова. Так, совсем. Ребята, короче, кто Вову смотрит, ну-ка, надо научить мальчика, блядь, что такое реально юмор, нахуй, блядь. Да я понимаю, вот это смешно, но участвовать в этом, это вообще... Так ты сейчас будто не участвовал. Ну, ты сам первый, неплохо стало прям вообще. Слушай, было вообще разъёмно, когда ты еще меньше, ты еще сел на маленький стул. Так я смотрел, у меня ракурс прям вот... Я говорю, это было вообще... Я не знаю, это прям охуенно. А Человек-паук. Это, блядь, я чуть не сдох, бро. Я когда садю, он же так. У него масочка такая. Он очень мило выглядел, а хотел его обнять. Да, кстати, правда, и подобное. И поднять, и поцеловать. Чё с Лизой? Хуйня полная. Это не Лиза. Ну иди просто пиши, блядь. Это про меня. А вот кто пишет хуйня полная? Хуйня полная? Вот полная, значит, чего они хикают, там типа вот. Так их такого не писали, я не вижу, что писал. Написали, так это про меня. Да. Ну вот даже если чел реально думает, фу, ебать, они хуйню полную делают. Пишут лучше. Как, блядь. Как можно вот. Да опять же, мне поебать, мне это было смешно. Все, я делаю для того, чтобы даже мне смешно, во-первых. Блядь, я на стриме вчера сказал то, что, блядь, даже если бы никто не стримил, мы просто бы так угорали, я бы даже 500 рублей заплатил за вход, чтобы чисто поучаствовать. Это смешно, но вот именно какие-то моменты бывают, то, что прям до бота кринж. Да не, у меня вообще. Так ты сколько в этом? И сколько я в этом? Да не, мне вообще нравится. Мне есть что терять. Так что нормально, вот хоть пойдем на это дрянь. На грязюке. А ты как себе представлял? Я же изначально сказал, что ну так оно и будет. Как ты тебе? Ну, я думал, мы просто будем издеваться над... То есть контент-план у нас, как нет. Всегда... Всем пока-пока, Арчибай! Пока! Ну, туланзола и так далее. То есть это нормально, нет. Это смешно. Мы не издеваемся над кем, мы издеваемся сами над собой, блядь. Сами в петухов переодеваемся, блядь. Ну как тут жарко это вообще. Я в пальто этому ходил, я охуел. От меня сейчас так лагает. Давайте быстро подснимем. Дам-дам-дам. Да, а сколько время? 21:52. У нас 8 минут на съемке. Нет, у нас полчаса. У нас до полодиннадцатого. Мы можем какие-то сетапы подснять. Хочешь, подснимем, как ты типа летишь? Не, мы можем подснять то, что я вот так стою, типа, а потом резко в костюме курицы. Давайте сюжетные повороты, чистые добавим. Мы же можем. А! Двойного, слышишь? Просто. Сейчас, секунду. Сейчас, это... Не, можешь отойти прямо. Куда? Вообще за кадр? Сейчас. Я просто даже сценарий забыл, который был. Ты тоже? Я знаю. И сейчас, секунду. Саня, ты же понимаешь, что он тебя предаст, то, что он не навсегда. Ты понимаешь это? Я, как твой брат, двойник... Похоже на тебя. Зачем ты сделал такую же прическу и кофту, как у меня? Просто для крестов, чтобы потом отложилось. А, ну да. Мы можем вообще планировать Сашу, что он армию вызывает сзади ногу, ноги Саши. Да, да. У нас по людей мало, придется вот двойники, клоны, всякую такую хуйню. Давай засними, Саня, как я на тебя. Я знаешь, как называю это? Я не называю это не костюм петуха, я называю это костюм курицы. А, ну я бы тоже так.
Это белое, это белое. Угу. Это костюм лебедя вообще. А, прошу прощения, коллеги. Ой, ну Сань, кто-то нафунял на студии звукозаписи рекорд. Сань, давай же снимем сценку, а ребята потом сделают это на, ну, на монтаже. Вот тут я стою в курице петух. Не-не-не, сейчас ты просто стоишь, короче, сейчас соберем это все. Смотри. Я на тебя типа такой, у нас сейчас подснимут так сбоку, типа, давай, что ты мне сделаешь, что ты мне что делаешь? Да ты один, дрищ. В костюме Бэтмена? Я начну, нет, я начну просто на тебя, знаешь, ты такой худой, ты, я сейчас тебя покалечу. Ты такой, и потом под крутую музыку сзади тебя появляется много тебя. Там же есть сцена, где он один? Ну, типа, где он в костюме курицы на задней... Мне надо костюм курицы есть. Сейчас не надо. Да, блядь, как-нибудь состыкуют, нам просто главное сделать материалы. Потом дальше что сделать, то и сделают, похуй. Пусть это будет прям рита по пупчике. Да, типа я мяч пинаю, а ты только подошел ко мне. Давай. Все, смотри. А, надо, чтобы кто-то подснял. Только что. Только что. Только на зеленке, чтобы мы в профиль ставили друг другу. Угу. В принципе, вот так, пусть так будет. Иди сюда. А, ну сначала можешь сами снимать, дай-ка. Так, ну ладно, вот он стоит. Смотри, Лиз, смотри. Чё, чё? Да, говорю, объясняй. Ты снимаешь его одна, одного, он играет в мяч. Я как-то подхожу, начинаю на него ёбываться, ты стоишь, впитываешь, потом такой, что я сделаю? Что я сделаю? И все, ты его берешь фронтально, ты его поворачиваешься к Лизе, злое лицо делаешь, ты отдаляешь, и там сзади тебя появляется много тебя в петухах. Наверное, будет меня в петухе подснять отдельно еще? Да не надо, там уже есть сцена в петухе, все. Так, ладно, давай, Саша. Может, ты вот так вот сделал, что появляется, типа... Ну, не, это, ты знаешь, это, типа, Наруто фанату не нравится. Слишком крик? Ну, да. Говно? Да, что, да, подожжу. Ну, типа, знаешь, это вот, у кого есть гринскрин, каждый долбоеб за такую низкую делку. Каждый, я думаю. Вас не, вот, не закачало, не укачало? Раз, два, три. Что, дрыщары, главное, блядь. Навалять. Тумаков нахуй сейчас. Я дрищ? Ты дрищара просто конченая. У тебя, блядь, ножки, как у курицы бройлера, блядь. Просто дрищ ебучий, вонючий, нахуй. Эти тапки, блядь, в жопу тебе запихну, блядь. Потом я сначала себе запихну, потом тебе запихну, потом тебе скормлю, блядь. Ты лох ебаный. Ты ничего не сможешь, ты ничего не добьешь, ты ничего не достигнешь. Я могу. Я могу. Я могу. Беги, долбоёб, на меня. Делай вид, что бежишь. Ну беги, блядь! Да делай вид, что бежишь, идиот. Делай вид, что бежишь. Сзади тебя много куриц. Прикинь, прикинь, кто это монтировать. 20 тысяч рублей. Того не стоит. Ты 500 заплатил? Тебе? Тебе пизды не дадут. А, нихуя, то есть у нас секс по нее так. Сначала нюхание яиц, это то, что связано с сексом, плохая тема. Лиза готова еще раз пройти собеседование. Потом физическое насилие в GTA 5 RP, да? Какое? В GTA 5 RP, то есть... Я сказал, что ты не получишь. Ты мне говоришь, ты мне сказал, знаешь что? Ну? Саш, приезжай. Я говорю, Мафаня, не могу, мне нужно к врачу, у меня больное сердце. Ты не знаешь, что сказал? Не поебать, я тебе голову сломаю, если ты реально сказал. Казачьи зубки, а что ты пиздишь, ты лыбишься, сука, гнида ебана. Шучу, я шучу. Эх, его в чат посмотри. Давайте танцуем все в кадре, сейчас на припеве прям быстрее. Ладно, напоминаю, что у нас по сегодняшнему дню еще конкурс на 20 тысяч рублей. Кто смешнее сделает сегодня коллажи с футажами, блядь, замены заднего фона. Одно призовое место, самое смешное. Получаю 20-ку от меня, поэтому занимаемся монтажом с этого стрима. И спасибо за стрим, всем удачи. Подожди.
Всем пока!